Да, добрый день, у нас сейчас 4 часа ночи в Москве, а у вас в Томске сколько времени? 8 утра. Да, Олечка, скажи, пожалуйста, кто сегодня присутствует на нашей второй встрече? И где все дети, которые были в прошлый раз, они куда-то отъехали, у них что, экзамены или что у них происходит? Сегодня учеба. У них сейчас идет бурная подготовка к экзаменам, ко всяким аттестациям, поэтому у них сегодня с утра учеба, ну и плюс наложение праздники, вот эти выходные. Им сейчас. Понятно, но очень хорошо, что я вижу здесь завуча, и я сейчас вижу взрослых. Это, наверное, родители, да? Да, это родители и тренерский состав школы нашей. Да, кто у нас тренер? Тренер, поднимите ручку, чтобы я понимал. Так, тренер по какому виду? По пулевой стрельбе. О, как здорово. Так, а еще кто тренер? Виктория Зович, но она же еще и тренер у нас. Она еще и Да. тренер. А, очень хорошо. И завуч, и тренер в одном лице. Очень хорошо. Я, кстати говоря, когда был еще студентом, тоже занимался пулевой стрельбой. Я не знаю, говорил я об этом на первой встрече или нет, но я очень хорошо помню, как надо держать руку, ровная мушка, плавный спуск. Я помню стрельбу по мишеням. Я помню, как надо вести руку справа налево по силуэтам. И мой сын маленький еще, когда был в школе учился, он, правда, пистолет не мог держать, этот Маргулин. И он стрелял из мелкокалиберной винтовки 5,6. Но самое интересное, он как ребенок, после того, как он занимался этим серьезным делом, потом приходил домой, набирал там на стрельбище вот эти гильзы пустые, а во дворе дома с мальчишками в войну играл. Это вообще было интересно, да. Итак, ровная мушка, плавный спуск. У меня тренировался один чемпион мира по пулевой стрельбе. И у него была такая ситуация. Значит, он в какой-то момент, когда готовился к новым соревнованиям, у него дрожала рука. И он ко мне в Центр защиты от стресса приехал и говорит, почему-то у меня дрожит рука, я не могу понять, я ходил и к врачам, и к психологам. Я ему посмотрел, оказалось, что у него шея зажата. Я ему поправил шею, и у него рука встала как надо. Да, вот такие дела. Так что, если будут такие вопросы, вы мне задавайте, мы по этим вопросам тоже будем. А теперь давайте я вас спрошу. Мы в прошлый раз встречались, и вот те из нас, которые были в прошлый раз, получили домашнее задание. Они делали какие-то упражнения, которые я показывал. Сегодня я покажу новые упражнения. А вот те, которые делали все упражнения, можете рассказать, как вы их делали и что в результате получилось? Можно тогда я начну? У меня как раз с этим были вчера серьезные проблемы. У Давай. меня утром получается, я нашла, ну не нашла, я делаю упражнения, которые вообще не нагружают мне руки, потому что если у меня нагружаются руки, у меня вот здесь вот и шея, соответственно. Мне это не нравится, я пытаюсь. Но я нашла другое упражнение сейчас. Я Ну, вот так вот делал, просто Болтай, вообще. болтай. Ты запоминай, пожалуйста, название всех упражнений, чтобы мы на одном языке разговаривали. Хорошо. Да. И, ну, лыжника, наверное. Да, лыжник, да, лыжник. А ты в момент, когда бросаешь ручки, пяточки поднимаешь и падаешь на пяточки? Иногда поднимаю, иногда не поднимаю. Просто не поднимаю, иногда комфортнее. Как тебе проще? Ну, получается, когда я просто на них, ну, на полной стопе стою, если у меня не болят ноги, а если я стою на носочках, не перекатываюсь пятки на носок, то у меня, ну, был тяжелый рабочий день. Ну, понятно. Понятно. А у тебя что, еще и ножки болят, бывает, да? У меня после стрельбы у меня бывают болят, ну, не сами ноги, а ступня. Вот час. Полтора. Она Я, болит. вот все, у кого какие боли и болячки есть,
которые от любого труда вдруг вы чувствуете, или в суставах, или в мышцах какие-то болевые неприятные ощущения, в следующий раз, пожалуйста, эти вопросы заготовьте, я вам всем покажу, как от этого избавляться. А теперь, пожалуйста, еще кто попробовал сделать домашнее задание? Я. Ну, давай, рассказывай, Олечка. Я включила в свою утреннюю тренировку упражнение «Хлёст». Кстати, стало у меня лучше получаться, и не стали пальцы неметь. Причем, когда я это делаю в одежде, как бы в уличной, да, в костюме, когда я бегаю, то у меня пальцы не немеют. Когда я делаю дома в майке, в футболке это упражнение, у меня пальцы не немеют. Так, и немеют. Вот. И шалтай-болтай. Когда я шалтай-болтай, я как бы его же надо делать не минуту, да? А в принципе, там минут пять. Не-не, это зависит от того, от какого исходное состояние и какая у тебя задача. Шалтай-болтай – это повторяемое действие, которое делается по зеленой зоне. То есть ты делаешь именно так, как тебе приятнее, как тебе легче, как тебе свободнее. И в это время вектор внимания, в отличие от любой физкультуры, йоги или цигун, вектор внимания здесь в синхронизирующих упражнениях ключа новый. Внимание направлено на решение волнующих тебя задач. Например, ты делаешь для того, чтобы пойти на занятия, и переживаешь по этому поводу. Ну и переживай, делай это. И тогда ты подготовишься лучше. Или ты, допустим, готовишься к тому, чтобы сочинение писать или задания домашние проверять. И ты думай об этом. То, что волнует, о том и думаешь. И делаешь шалтай-болтай. Ты помогаешь себе лучше мыслить. Да, потому что ты этим повторяемым действием снимаешь напряжение. И не зависаешь, когда напряжение растет. Это очень важно. Мы всегда инстинктивно всегда так делаем. Например, когда человек нервничает, думает над какой-то проблемой, он ходит автоматически туда-сюда, качает телом. То есть мы это делаем инстинктивно. А в виде упражнения мы это делаем автоматически. Сейчас мы звук лишний уберем. Там что-то вибрирует. У кого-то идет фон, например, в комнате включенный оставил. Нет, Сасай, кто-то зашел дважды. Вот кто не, вот у Надежды там что-то происходит. Вы дважды заходили? Может быть. Да, как вот вы в одном месте у вас звук есть, а в другом месте у вас видео. То есть вы дважды вошли. А как надо поступить? Ну, Хаса, я не знаю, вот на одном устройстве вот она говорит, когда скажите что-нибудь, Надежда. Да, я не особо с компьютером дружу, вы меня слышите? Да. А ну пускай будет вот так, вот как сейчас. На одном устройстве у вас звук, а на другом устройстве мы вас видим. Пусть так остается. Ничего, в следующий раз мы уже научимся. Сейчас фона нет, хорошо. Да, да, еще кто-то хочет сказать? И вот... Я хотела продолжить, что действительно, когда ты начинаешь вот в этом состоянии думать о своей какой-то проблеме, да, я причем уже как-то это делаю автоматически, и как-то я сразу раз погружаюсь в свои мысли и начинаю думать, и мне уже приходят новые мысли. Даже несмотря на то, что я там еще короткое время делаю это упражнение. Но я делаю, мне нравится и лыжник, нравится делать. И мне нравится хлёст. Вот от шалтай-болтай, когда я делаю, у меня где-то вот в этой части руки начинает что-то такое вот, как будто что-то там такое защемляется, что ли, неприятное. Здесь что-то, что ты проверяла шею, ты вот так вот делала, руку положить на руку, кисть закинуть, чтобы она была свободная, чтобы пальчиками можно было бы доставать от затылочного момента до лопатки и там до позвоночника свободно, чтобы рука не напрягалась. Находить наиболее болезненные участки и их разминать. 2-3 раза в день по полминутки-минутки разминать эту область.
где ты находишь болевые точки. Если их нет, болевых точек. Ну, хорошо, а голова свободная, поверни голову направо до конца, посмотри на противоположную стенку, потом налево поверни. Одинаково поворачиваешь? Одинаково. Ну, очень хорошо, тогда надо будет выяснить, от чего у тебя здесь происходит вот это. Но мы еще посмотрим. Значит, доза. Почему мы называем однажды приемы, а другой раз упражнения? Потому что упражнения, они дольше по дозе применения, по времени. То есть, если ты шалтай-болтай будешь делать полминуты, минуту, это как прием. Или ты в уме это делаешь, например, перед какой-то ситуацией или после нее, чтобы успокоиться. А когда ты делаешь для того, чтобы глубоко расслабиться, тогда ты делаешь дольше по времени. То есть от дозы выбранного удобного упражнения, будь то шалтай-болтай или хлёст, там, или лыжи, от дозы зависит глубина расслабления. Понятно. Так, а общее состояние как у тебя? Вот ты применяешь эти упражнения. Как общее состояние? Мне отлично. Сначала я как-то вот не то чтобы стеснялась, но как-то вот, ну, думаю, какие-то вот такие упражнения вроде, да, ну, лыжник, да, у меня лыж нету, а что-то я такое делаю. Моделируешь лыжника. Это модели любых действий, которые мы в жизни применяем. Ну да, потом как-то я вообще, я не знаю, сама с собой просто выхожу. У меня дочь теперь тоже со мной утром бегает. И мы теперь с ней вместе выходим вдвоем, начинаем там хлёст делать. Правильно, 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 молодцы. А вы слышали, как я в прошлом ютубе говорил? Там я когда веду школу «Человек будущего Homo Futurus», я там выставляю на ютуб, я надеюсь, вы все смотрите эти ролики. И там я рассказывал. Там я отвечал одному человеку, который говорит, а как сделать так, чтобы дети могли это делать? А я говорю, это они же смотрят на родителей. Если ты делаешь хлёст и говоришь, ай, как хорошо, ребенок тоже начнет повторять. Кстати, утром стало так вставать. Ой, как хорошо! А вот интересно, что скажет завуч? Меня слышно? Да, слышно хорошо. Вы очень хорошо выглядите. Спасибо. Доброе утро. Я спала 3 часа. У меня бессонница жуткая. А что тебе мешает? Так, скажите, пожалуйста. Бессонница. Почему у вас бессонница? Что-то беспокоит или просто... Ну, у меня несколько одновременно стрессовых ситуаций, поэтому я не сплю. Это всегда такой ответ организма. Сейчас немножко я войду в колею, и нормально все будет. Я вам хочу сразу раскрыть секрет напряжения. Секрет напряжения. За много лет я заметил, что люди, которые делают ключевой стресс-тест, у них плохо получается, потому что напряжение высокое, мышцы зажатые. Оказывается, они не высыпаются. И у них напряжение высокое. Если человек хорошо выспался, у него легче получается, чтобы вы это знали, принцип. Да. Да. А чтобы выспаться, надо сделать хорошо шалтай-болтай. Да, принцип. И потом легче заснешь. Ты делала, Виктория Владимировна, шалтай-болтай? Шалтай-болтай не делала, но прям я влюбилась в хлёст. Это мое упражнение с утра. И я потом, как Лиза, начинаю танцевать после него. Заряд действительно бодрости есть. Я хочу сказать, вот поймите меня правильно, я-то мужчина, я могу делать комплименты, я взрослый человек, но я хочу сказать честно, что выглядите вы сегодня совершенно по-другому. Да. Молоденькая такая, такая свеженькая, несмотря на то, что всего 3 часа спите. Я, конечно, не думаю, что это от этих упражнений только. Наверное, там и другие факторы. Но все-таки... Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. По мере того, как пройдет еще несколько дней, вы заметите, что вы легко снимаете лишнее напряжение, уже и без упражнений. Как-то легче смотрите на вещи, как-то меньше напрягаетесь, как-то лучше засыпаете, быстрее просыпаетесь. Вот это все начинает происходить. Спасибо. Еще кто хочет сказать? Оксана у нас практиковала.
Так. У меня, в принципе, все нормально получается. Я не скажу, что прям что-то мне тяжело дается. Хлёст вначале был, да, некомфортно было вот между лопаток. Вот. А потом, ну, вроде нормально все. И лыжник, и все. Может быть, конечно, я и неправильно делаю, но мне кажется, что у меня все получается, поэтому. А вы можете показать, как вы хлёст делаете? А вы делаете свободнее, свободнее. Бросайте, как плети. Как плети бросайте. Да, не задумываясь. Секрет эффективности этих упражнений в том, что люди делают так инстинктивно, сами. Вы в данном случае делаете это осознанно, как упражнение. И тут появляется ряд преимуществ, потому что вы потом можете снимать зажимы и напряжения без упражнений. И делать их с каждым разом, если вы делаете, все проще и проще. И при этом это инструмент для решения каких-то вопросов, которые вас волнуют. Вектор внимания на размышление. Что вас волнует? Ну, допустим, какая-то жизненная проблема, или какая-то научная проблема, или вы собираетесь выступать, или сдавать экзамен, или встреча важная. И вы, когда переживаете по этому поводу, вот это инструмент для того, чтобы обрести уверенность в себе, сбросить лишнюю скованность и напряжение. Поэтому делайте проще и проще. Чем проще, тем лучше. Потому что вектор внимания не на упражнение, не на качество его выполнения, а на решение ваших переживательных вопросов. А если нет никаких вопросов, то вопросы для укрепления здоровья. Угу. Вот так. Надо Надежде Юрьевне поподробнее, наверное, показать ей, что ли, упражнение. Да, она новичок сегодня, да? Да, она сегодня новичок. Пожалуйста, я сейчас объясню. Наш организм всегда инстинктивно защищается от стресса. Наш организм всегда выдает защитные рефлексы. Например, когда человек нервничает, он дрожит. Или, например, когда человек нервничает, у него все сжимается. Или когда человек нервничает, ему хочется кричать, там, плакать. А здесь ты, если это делаешь осознанно, например, хочется тебе подражать, возьми и подрожи. Вот так вот, например. Встала и потряслась. В унисон своему дрожанию, в унисон своему ритму, который тебе организм сам просится наружу. Наружу просится, а ты ему помоги, ты его усилий, и напряжение сбросится. На этом основаны все упражнения. Это моделирование осознанное тех инстинктивных реакций, которые сами просятся в момент, когда вы нервничаете. Вот что вам, например, просится сделать, когда вы нервничаете, а вы себя заглушаете. Например. Вот давайте мы сейчас сделаем маленький опыт. Вот начните нервничать на какую-то тему, которая вас очень волнует. Очень волнует. Вспомните. Но сначала шкала стресса. Мы вчера это показывали, в прошлый раз. Вот это будет 10. Это сильное волнение, сильное напряжение, это сильный дискомфорт. Головная боль, тревога, беспокойство, депрессия – это плохо, это 10. А это 0. Это будет шторм, а это будет штиль. А это когда все пофигу. Это 0. Это безмятежность, безвременность, это бесконечность, это глубокий душевный покой. Вот вы сейчас на каком? На этом градуснике? На 0, что ли? Так у вас нет волнения. Ну, теперь хорошо. Теперь понервничайте. Вспомните какую-нибудь неприятность, которую вы постоянно гоните от себя. Вспомните ее свободно. Вспомните. И посмотрите, как поменяется на шкале стресса и какое ощущение возникает, и что вам при этом хотелось бы сделать. Например, вчерашняя ситуация. Буквально. Вспоминайте. Да, буквально вчера, значит, была в департаменте, выписала заявку на спортсменов все. Выхожу на улицу, мне приходит сообщение, что соревнования отменяются, и наши дети, перворазрядники, никуда не едут. Мы только собрали документы, купили билеты. И я в таком стрессе вышла на улицу. Я не знаю, куда деваться. Я дошла машинально до остановки, чуть в машину не попала.
и села не на тот автобус, хотя в 11 часов у меня должен быть массаж. А я села не на тот автобус и вокруг города еще и проехала, потому что я сидела в телефоне, мне надо было что-то ответить, кому-то написать, смс-ку отправить. Я открываю глаза, я не понимаю, где я еду. У меня стресс, меня вообще в другую улицу завернули, я опаздываю, у меня все не так. Я вышла из автобуса, еще пару лишних остановок проехала, пока перешла. Вот почему-то я просто растерялась. Вот растерялась и все. Прибежала запыхавшаяся. У меня был дикий стресс. Думаю, ну как? Я взрослая женщина, могла сесть на тот автобус. Я, извините, 50 лет на этом автобусе езжу и все знаю вслепую. Вот для меня был стресс такой. Думаю, ну надо же, какая я невнимательная. Вот вы сейчас вспомнили, сколько у вас сейчас на градусе. Я начинаю говорить, у меня уже поднимается все. Я удивляюсь сама себе. Ну как так может быть-то? Послушайте, а теперь я вам раскрою секрет психоанализа. Когда психотерапевт или психоаналитик наводит своими вопросами человека на больную точку, тот начинает рассказывать, у него получается поток. Как будто пробку вытащили, как затычку из бочки. У него идет поток, и он успокаивается. И вот вы сейчас выдали поток, вы жестикулировали. А что такое жестикуляция? Это действие, синхронное текущему состоянию. То есть человек синхронно своим мыслям делает какие-то действия. Вам это помогает инстинктивно снять с них напряжение и думать свободно. А нам это помогает понимать, о чем вы говорите. Вот чему служит синхронизация с помощью жестикуляции. И здесь тоже самое основа – синхронизация. То есть если вы текущие мысли сопровождаете действиями, которые вам хочется сделать, это и будет упражнение ключа. Пожалуйста, скажите, какие вам хотелось еще действия, кроме как жестикулировать вот внутри себя, что вам хотелось сделать? Ну, кричать, плакать, выйти, стонать, бегать, прыгать, что вам хочется? Естественно, хотелось плакать сначала. Плакать хотелось, думаю, ну что ж такое, я расстроилась. Потом хотелось бежать, ну куда я... Поэтому вы берете в этот момент, дома бегаете, раз, поэтому вы берете в этот момент, плачете, поэтому вы берете в этот момент, прислушиваетесь, что вам хочется в момент напряжения сделать, и выпускаете этот пар, и вы сразу успокаиваетесь. Вот выпускание этого пара напряжения в виде действий синхронных состояний, это и есть упражнение по ключу. Главное не зажимать в себе и что-то делать. Эмоции, да. Конечно, вы таким образом выпускаете. Вот поэтому Челентано в кино, помните, всю ночь дрова рубил. Да. Потому что нервничал. Украшение строптиво, помните? Да. А другой на барабане играет, и он так отрывается и улетает, ему так хорошо, потому что пар выпускает. Да, а третий сидит, вяжет. Вот повторяемые движения снимают напряжение. И мантры на этом устроены, и молитва на этом устроена. Поэтому человек молится, а потом сидит, и у него молитвенная благодать. Он с десятки спустился на ноль. Самое главное, лишь бы не заедать. А то начинаешь нервничать, сразу что-нибудь в рот полезло. Вот и все. Правильно. А я учил как раз таки женщин, вернее, я учил врачей, которые обучают женщин, сбросить лишний вес. Они их учили, врачи, учили, чего можно есть, чего нельзя есть. Но по зеленой зоне там то же самое, там кровь брали на анализ, пищевая аллергия, на что человек реагирует. Но бывало так, что женщина, например, она вот действительно какую-то часть пищи убрала, ей стало лучше. Но когда она нервничает, она все забывает и опять булку маслом намазывает. И тогда я их учил, как снимать стресс. Я им давал, значит, разгрузку. То есть я им давал, выбирайте любой прием, который вам подходит. Как рубашка по размеру. Они проверяли лыжник, хлёст, там, шалтай-болтай. Другие упражнения. Там любое физкультурное упражнение берешь и промеряешь к себе. Полминутки. Если тебе подходит, например, плавательное упражнение или на барабане играть, моделируешь просто руками без палочек. Или гребешь на лодке. Перебираешь, находишь то, что тебе подходит.
и делаешь столько, сколько тебе хочется. И ты вдруг выходишь на состояние, когда ты как волна плещешься. Вот так сидишь и плещешься, как волна. И в этот момент ты отсюда с десятки спускаешься до нуля. У тебя возникает такое безмятежное состояние, а на этом нуле можно перевоспитаться. Это способ для воспитания своих привычек и характера, работы над собой. Там они себе представляли, что теперь они будут меньше нервничать. И мало того, что если у них будет нервное состояние, они будут хорошо помнить, что надо, например, то, что им говорили, ну, грушу съесть, а не булочку маслом намазывать. И они в памяти себе это закладывали. Именно когда они были на фоне полного покоя. И там получалась перезагрузка. Вот это вот первое действие, когда они делают, они снимают напряжение, это называется разгрузка. А второе действие создает там новое отношение к жизни, это перезагрузка. То есть они представляли себе разные ситуации, когда они могут нервничать, и они себе забивали в память, что вот буду нервничать, я буду помнить, что надо не булку маслом намазывать, а грушу из сумочки взять и скушать. Я понятно объясняю, да? Я сейчас сразу объяснил две вещи. Как подбирать приемы. Да, я объяснил, как делается перезагрузка. Отлично. Еще вопросы есть? Если нет, тогда до следующей встречи. Даю вам домашнее задание. Подождите, я хотела сказать еще. Давай, давай. Вот вчера был очень нагруженный день, и папа увидел меня. Он сказал то, что у меня очень болезненный вид, сказал, пойдем. Мы начали делать эти упражнения на расслабление. Мы делали их минут 30 мы точно. Много даже. И ничего не получилось. Ну, конечно, наверное, что-то не так делали. А расскажи, пожалуйста, как вы делали 30 минут эти упражнения? Ну, мы, получается, 5 минут мы с папой сначала захлёст делали. Потом мне не понравился захлёст, я начала шалтай-болтай делать. Так, о чем ты в этот момент думала? Ну, ни о чем мне не хотелось вообще ни о чем думать. Я так устала, мне просто... Я хотела полежать. Я до этого вот лежала. Так и надо было полежать. А почему ты не полежал? Ну, папа сказал, давай поделаем. Вот ошибка номер один. Твой организм тебе подсказывает, надо полежать, ты устала, а ты себе, вопреки этому, создаешь ошибку. А мы учимся сейчас. Слышать себя, то, что организм просит. Мы делаем то, что организм просит. Дрожишь – подражать. Хочется делать так – делать так. Хочется плакать – плакать. Хочется спать – спать. Об этом же говорят все мастера великие. Слушай себя, слушай свою природу. Природа – мать наша, природа – учитель. Я как раз с этими приемами обучаю подбирать то, что вам подходит, как рубашка по размеру. Если тебе хотелось спать, так надо было спать. А ты себе создала шаблон. Шаблон. Надо делать упражнения. Не надо никаких шаблонов. Мы в нашей школе «Человек будущего», а вы участники теперь нашей школы. Мы все вместе учимся тому, чтобы не шаблон какой-то повторять. Обычно все методы по шаблону делаются. Кому подходит, кому не подходит. Здесь надо все делать так, как тебе проще, как тебе легче, как душа подсказывает, как твое тело подсказывает, чтобы ты себя научилась слышать. И тогда ты всегда будешь здорова, счастлива и творчески способна. Я понятно объясняю? Да. Получается, когда мы себя не слышим, нужно сделать упражнение для того, чтобы понять, что ты хочешь на данный момент. Правильно. Ты успокоишься и поймешь. Может быть, ты плакать хочешь, может быть, ты петь хочешь, может быть, улыбаться хочешь. Это момент истины. То есть ты снимешь напряжение и лучше себя услышишь. Поэтому, если бы этому Челентано, который рубил дрова, пришел бы психолог и по шаблону сказал,
ты, Челентано, топор положи, ляг и расслабляйся. Так Челентано его бы пинком прогнал оттуда, правильно? Потому что как бы он мог бы расслабиться? Любимая его вывела из этого состояния. Ну какой там психолог может быть? Ляг и полежи. Ему дрова надо было в этот момент колоть. Поэтому я вам приведу пример. Кайзер Германии Вильгельм покупал большие леса, большие земли и каждый день рубил вот эти деревья. Если бы кайзер Германии Вильгельм знал, что можно просто не покупать вот эти леса и не рубить деревья, а просто взять и встать и смоделировать это действие, как будто ты рубишь дрова. И делать так, как тебе хочется. Ты бы тоже успокоился. А он почему так делал? У него невроз был. Невроз был. И он пытался освободиться от невроза. Ему леса помогали. А это же можно с помощью ключа не рубить дрова, а моделировать эти действия. Я понятно рассказал? Да-да. Тогда хорошо. До встречи, когда мы встречаемся в следующий раз. Ну, наверное, через неделю, также в пятницу. Еще... Все хотят встретиться в пятницу. Да. Очень хорошо, ты молодец. У тебя все будет лучше получаться и у тебя, и у твоего папы. До встречи. Всего а домашнее года. Задание? Да, домашнее задание. Делайте так, как я рассказал. Да, если накопите вопросы, сразу, когда выйдем в следующий раз на встречу, все подряд эти вопросы мне задавайте. Чем больше вопросов, тем больше я вам расскажу. Да, хорошо. И подпишитесь на наш канал YouTube и смотрите новые ролики. Там интересные новые ролики есть. Каждый раз. Спасибо. И вам хорошо. Спасибо, друзья. Дружим дальше. Всего доброго. До свидания. До свидания.